יש לו בטלפון אפליקציה של התנ"ך והוא משתמש וקורא. Скажите, у кого в телефоне есть приложение Библии, которое он пользуется и читает оттуда? Неро, есть по анашим, ло мят анашим, ютер улай, афилу ло рак цейрим. Я вижу, что здесь много людей, и не только молодые люди. ויש באמת באפליקציות האלה ממש תוכניות מאוד מאוד יפות. И могу сказать, что в этих приложениях есть очень хорошие программы. ובאמת שנותנים לפעמים מחשבות חדשות. Которые даже наводят на новые мысли. כי אנחנו מכירים כזה דבר שאנחנו לפעמים קוראים אפילו אותם פסוקים שוב ושוב. ולפעמים אתה לא מרגיש כלום, אתה אומר, וואלה, קראתי כבר את זה, אני מכיר את זה. Мы знаем такое явление, что когда ты читаешь места Писания то же самое несколько раз, и ничего не чувствуешь, и не приходят никакие новые мысли, и только то, что, ой, я уже это читал, и я это все знаю. ולפעמים אתה אפילו ככה סתם מדבדף, אפילו לא... לא מתעמק יותר מדי. Иногда ты просто пролистываешь книгу, как обычную книгу, и особо не углубляешься в то, что написано. אבל יכולים להיות פתאום מישהו אומר לך משהו, או פתאום אתה קורא איפשהו, איזושהי מחשבה חדשה על אותו טקסט. Но иногда получается так, что кто-то тебе что-то говорит, и приходят новые мысли, и даже на тот текст, который ты вроде бы знал. אז אתה אומר, וואו, איך לא ראיתי את זה אף פעם. И тогда ты говоришь, как я такого раньше не видел. אז אני לא מזמן קראתי איזשהו תוכנית שנקראת תשעה שקרים שמשיחים או נוצרים מאמינים בהם. И я недавно прочитал такую как программу, где, которая называется «Девять вещей, в которые верят верующие». Девять лжеучений, в которые верят мессианские там, или христианские верующие. И это простые вещи, но там много мыслей. И я хотел на основании этой программы сегодняшнее свое учение построить. ואני לא אדבר על תשעה דברים ש... או תשעה שקרים, אני אדבר על משהו ספציפי, שזה קשור אולי לברכה, זה קשור גם אולי לכללה. Я не буду говорить про этих девять лжеучений, я поговорю про некоторые основные вещи, которые связаны с благословением или проклятием. יכול להיות שחלק מכם פעם שמעתם אמירות כאלו, ואולי אמרתם את זה בעצמכם, Возможно, некоторые из вас слышали такие высказывания и даже сами говорили их. Вы говорили, что если я верующий, то Бог точно обязан меня во всем благословить, и моя жизнь будет просто протекать молоком и медом. Я буду здоровым, и я получу исцеление от всего всегда. Потому что это его обещание, это то, что он сказал. יש כאלו שהפוך אומרים, מאמינים האלו, הכל קל אצלם, הם סומכים על אלוהים והוא פותר את כל הבעיות. Есть даже неверующие, которые говорят, ну понятно, верующим легко жить. Они уповают на Бога, и Бог решает всех их проблемы. קל להם לחיות. Им легко жить. שמעתם ביטויים כאלו? Слышали когда-то такое? אולי גם בעצמנו אמרנו את זה אי פעם. Возможно, даже сами говорили когда-то такое. אבל פתאום כשאנחנו באמת נכנסים כבר לאמונה וחיים בתור אנשים מאמינים, אנחנו רואים שלא הכל קל. Но когда мы углубляемся в веру и живем жизнью верующих, мы понимаем, что не все легко. פתאום אתה היית מצפה להמון ברכות ואתה רואה, וואו, אין לי כל כך ברכות, או לא בכל דבר אני מבורך. Возможно, ты ожидаешь благословений во всех сферах, и ты понимаешь, что нет благословений во всех сферах, и все не так легко. И наоборот, там и здесь тебя преследуют проблемы. Если махалот, они холе, лефамим махалот меод-меод рациньот. И есть болезни. Лефамим софаниот. И я болею. Иногда верующие заболевают смертельными болезнями. Васталом мавин, эх зэ, зэ маше улай амрули, зэ маше айти мавин, авал акол лаэфех. И тогда ты не понимаешь, почему мне говорили так, а получается все по-другому.
ועל זה באמת אני רוצה להתמקד היום. И на этом я хочу сосредоточиться сегодня. אנחנו באמת כשאנחנו קוראים מתנ"ך, когда мы читаем из Танаха, אז אנחנו רואים יש שם פרק שלם ואפילו לא פעם אחת שמדבר על ברכות שמחכות לנו כשניכנס לארץ המובטחת. Мы говорим, там есть целая глава и даже несколько глав иногда, в которых говорится о тех благословениях, которые ждут нас, когда мы войдем в обетованную землю. לדוגמה בספר בספר דברים פרק 28 יש פרק שלם שמדבר כשאתה תיכנס לארץ הכל יהיה לך, יהיו לך ארמונות, אדמה תיתן לך פירות, אתה תאכל ותהיה שבע, הכל יהיה לך. Например, во Второзаконии, 28 главе написано, что когда ты войдешь в землю обетованную, тебя ждет плодоносная земля, и ты выстроишь дома, и будешь наслаждаться плодами, и все благословения ждут тебя. Все, ты будешь жить в домах, которые ты не строил, и все будет у тебя легко. אבל אנחנו באים לפה לארץ, וזה לא הכל כל כך... בדיוק כמו שמתואר שם. И мы приезжаем сюда, в эту страну, и все не так просто, как там описано. ואתה לפעמים לא מבין איך זה יכול להיות. И ты вдруг не понимаешь, почему так происходит. אז קודם כל אני רוצה באמת להגיד שאלוהים, כשהוא נתן את הברכות שלו, הוא נתן גם מתי זה יקרה. באיזה תנאים זה יקרה? יש תנאים לכל דבר. И когда Бог, я хочу сказать, что когда Бог дал благословение, Он дал, во-первых, сроки, во-вторых, условия, когда и каким образом это произойдет. וקודם כל אני כן רוצה להגיד שיש לא מעט אנשים שהם מאמינים והם באמת מרגישים ברכה בכל דבר. Я могу сказать, что есть немало верующих, которые действительно чувствуют благословение во всех сферах своей жизни. אנחנו עוד מעט נדבר מה זה באמת ברכה. Мы скоро поговорим про то, что действительно является благословением. אבל יש באמת אנשים שהם רואים, הנה, אני מצליח בצד הזה, בצד הזה, אני מרגיש ממש טוב עם זה, ובן אדם משרת לאלוהים ועושה כל מה שצריך לעשות, ובאמת מרגיש טוב. Но есть верующие, которые действительно они служат Богу, и они чувствуют, что во всех сферах им просто сопутствует благословение. Но есть такие, которые также верят, также служат, но все у них плохо. Эйна вода, мы фатрим ота, мы от каше, мы хапсим, не люди, охель. Мазе мы хапсим, есть охель, бывадаут. Постоянно у них не получается с работы, со всех мест их увольняют. Есть, конечно, еда, но все очень дается с трудом. קודם כל אני רוצה להגיד, כשאלוהים נתן את ההבטחות האלו, הוא דיבר על ארץ ישראל, הארץ המובטחת שלנו. Во-первых, я хочу сказать, что когда Бог дал эти обещания, Он говорил про землю Израиля, про обетованную землю. הוא לא דיבר על ארצות הברית, על רוסיה, על אוקראינה, על קנדה וכל המקומות אחרים בעולם. הוא דיבר על הארץ הזאת. Он не говорил ни про США, ни про Канаду, ни про Россию, ни про Украину, ни про какую другую страну на земле, только про землю Израиля. זה לא אומר שבמדינה אחרת רע שם או טוב שם, זה אין קשר. אבל ההבטחות האלו שאנחנו קוראים בתנ"ך, הם מיוחסים לארץ ישראל. Это не значит, что в тех странах должно быть хуже или лучше. Просто все, что связано с Божьими обещаниями благословения, связано в земле Израиля. הדבר הבא, כשאנחנו באים לפה, לארץ ישראל, לפעמים מה שקורה עם האנשים, לא עם כולם, אולי לחלק קטן, אולי לחלק יותר גדול, во-вторых, когда мы приезжаем сюда, в Израиль, и не со всеми, может быть, людьми, а с большей или меньшей частью, происходит то, что мы начинаем жаловаться. Мы начинаем жаловаться на эту землю. И то, что это горем, это, בעצם, אתה דוחה את ההבטחה שאלוהים נתן לך. אתה דוחה את הברכה שלו. И то, что происходит, ты просто отталкиваешь от себя Божье обещание и Божье благословение. אתם זוכרים איך היה במדבר, הם ידעו לאן הם הולכים, אבל אז הם היו אומרים, אנחנו בכלל פה במדבר, вы помните то, что было в пустыне? Народ знал, что это временное пристанище, и он знал, куда он идет, но когда они были в пустыне, они начали жаловаться и говорили, там было нам намного лучше.
אז אחד מהסיבות למה אנחנו לא מרגישים את הברכה, כי אנחנו מתלוננים ודוחים בעצמנו את הברכות של אלוהים. И одна из причин, почему мы не чувствуем благословение, это то, что мы отвергаем Божье благословение. אנחנו כאילו בעצמנו שמים מחסום אפילו בדבר הקטן כשאנחנו מתחילים להתלונן, ואז גם הדברים האחרים שאלוהים מבטיח לארץ הזאת, הם לא מגיעים אלינו. Мы сами ставим для себя препятствия, и все Божьи благословения, которые он обещал в этой земле, они не доходят до нас. אז כשאתה מגיע, כן, יש קשיים. И פה בארץ, יש קשיים. Когда ты приезжаешь сюда, в Израиль, да, есть сложности. אבל אם אתה מקבל את ההבטחה של אלוהים, ואתה מתחיל לעבור את הקשיים, אתה סומך עליו, אתה הולך עם ההבטחה הזאת הלאה, בלי הרבה תלונות, אז אלוהים פותח לך גבולות יותר ויותר. Но если ты принимаешь Божье обещание и уповаешь на Него, и принимаешь все с радостью и благодарностью, то Бог не ограничивает тебя, и Его благословения не сходят на тебя. דבר נוסף זה עבודה עצמה. Дополнительная вещь – это сама работа. כשאלוהים הביא אותנו לפה, הוא לא אמר שאתם תשבו ולא תעשו כלום והכל ייפול עליכם. Когда Бог привел нас сюда, Он не сказал, что вы будете сидеть, ничего не делать, и все на вас с неба свалится. גם כשהיו נכנסים לפה, הוא אמר להם, הנה, אני נותן לכם את הארץ הזאת, זה הנחלה שלכם, אבל הם היו צריכים לבוא ולהילחם. Когда народ заходил сюда после выхода из Египта, он сказал, я даю вам эту землю, это ваше наследие, но нужно ее завоевать. То есть есть войны, которые мы должны пройти для того, чтобы получить благословение Бога. ולהגיד, אלוהים, אני סומך אליך, לא עושה כלום, שוכב כל יום בבית ומצפה שתהיה לי פרנסה טובה. Мы не можем целый день лежать дома на диване, молиться и говорить, Бог, я на тебя уповаю, ты мне все обеспечишь, и ничего с этим не делать. כתובים אומרים לנו, לך תעבוד, ואז יהיה לך לחם לאכול. Писание говорит, иди, работай, и тогда у тебя будет хлеб и еда. ואז באמת יש אנשים שמתחילים לעבוד, מתחילים בקטן, ואלוהים פותח להם גבולות יותר ויותר, וגם אם זה עסק, זה מתרחב, גם אם זה עבודה, אולי פתאום אתה נהיה מנהל, או פשוט אתה מקבל עבודה יותר טובה, או משכורת יותר טובה. И когда ты начинаешь что-то делать, если ты открываешь свой бизнес, возможно, начинаешь с чего-то маленького, и Бог благословляет, чтобы ты вырос. Или ты устраиваешься на какую-то работу, и потом продвигаешься по должности, и тебе повышают зарплату. И когда ты идешь с Богом, Он открывает тебе новые двери, новые возможности. И это Его благословение. От давар носав. Еще дополнительная вещь. Когда мы говорим בכלל על ברכה, אנחנו צריכים להבין מה זה הברכה. Когда мы говорим про благословение, нам нужно понять, что такое благословение. ברכה, שורש של המילה הזאת זה ברך. Корень слова благословение, ברכה, это ברך, колено. ברך. Колено. אנחנו רואים לא מעט בכתובים כשאנשים היו פוגשים מישהו, היו נפגשים מלולויים, הם היו פשוט נופלים על הברכיים. Мы видим, что когда люди в писаниях переживали встречу с Богом, они просто падали и вставали на колени. ואז הברכה היא מאוד קשורה לזה שאתה משתחווה לפני אלוהים. И благословение связано с тем, что ты поклоняешься на своих коленях Богу. ברך זה אותו דבר כשאתה נהיה בן אדם ענב לפני אלוהים. И колени связаны, стоять на коленях связано с тем, что ты являешься смиренным перед Богом. זה משהו שבאמת מנוגד לגאווה, לשחצנות. Что-то, что противостоит тщеславию, гордости. ואנחנו קוראים בפסוקים, כתוב שם בברית החדשה תשפילו את עצמכם לפני אדוני והוא ירומם אתכם. И в Новом Завете написано: смирите себя перед Богом, он вознесет вас. אם אנחנו רוצים להתעלות למעלה, если мы хотим להתרומם, אז צריך להשפיל את עצמך לפני אדוני. Подняться вверх, то нужно смирить себя перед Богом. אבל יש לפעמים בעיה, וזה גם משהו שקשור לשקרים, שאנחנו בעצמנו רוצים לשלוט על החיים שלנו. И иногда есть проблема, которая связана с ложью о том, что мы хотим сами контролировать свою жизнь. כי היום
בעולם, בן אדם, הוא רוצה להיות חופשי. אלוהים לא צריך לו. לא זקוק לאלוהים. Сегодня человек в своей жизни хочет полной свободы. Он не нуждается в Боге. במקום לסמוך על אלוהים, הוא סומך על עצמו. Вместо того, чтобы уповать на Бога, он уповает на себя самого. הוא מאמין בעצמו ובכוחות שלו. Он верит в себя и в свои силы. ואני בטוח ככה היינו חלק מאיתנו, ואולי יש לנו מחשבות כאלו גם עד היום. И я уверен, что такими были многие из нас, и, возможно, эти мысли посещают нас и сегодня. אנחנו מאוד אוהבים ובאמת רוצים לשלוט על המצבים בחיינו. Мы хотим контролировать все сферы нашей жизни. כי מה קורה כשאתה לא שולט? Что происходит, когда ты не контролируешь? אם פתאום משהו מדרדר שאתה לא שולט עליו, מגיע פחד, מגיע אי-ודאות. Если вдруг что-то идет не так, и ты теряешь контроль, то приходит страх и неуверенность. Ты можешь даже зайти в депрессию. И мы хотим контролировать все наши ситуации. Но хорошо нам понять, что мы, как люди, верим, לא יכולים לעשות את זה. Но нам нужно понимать, что будучи верующими людьми, мы не можем это делать. אנחנו אנשים מוגבלים. Мы ограниченные люди. אלוהים לא. Бог нет. אנחנו אנשים שעושים טעויות. Мы люди, которые совершают ошибки. אלוהים לא עושה טעויות. А Бог не совершает ошибок. ואם אנחנו סומכים עליו, מאמינים בו במקום בעצמנו, ונותנים לו אפשרות לנהל את החיים שלנו, אז הוא ידריך אותנו לדרך הנכונה ולכיוון הנכון. Если мы уповаем на него и даем ему контроль над нашей жизнью, то он поведет нас в правильном направлении. גם אם תהיה דרך קשה, הוא יעזור לנו לעבור אותה, כי זו הדרך שלו. Даже если эта дорога будет сложной, он поможет нам ее пройти, потому что это тот путь, который он выбрал для нас. וזה באמת, לפעמים הדברים האלו ממש מתנגשים בתוך עצמנו, בפנים, בפנימיות שלנו. האם אני שולט על המצב או שאני אתן את זה לאלוהים? И эти вещи иногда противостоят внутри нас. Сам ли я контролирую ситуацию или я даю контроль ему? ואני שואל את עצמכם היום. תחשבו, יכול להיות שיש לכם היום חלק בחיים שלכם שאתם מנסים לשלוט עליו. И я хочу попросить, чтобы вы задали самим себе вопрос. Есть ли сферы вашей жизни, которые вы хотите контролировать сами? יכול להיות שאתה באמת שולט, מנסה לשלוט. ואני לא יודע מה התוצאות של זה. אולי זה לא כל כך טוב יוצא, אולי יותר טוב יוצא. Возможно, ты действительно контролируешь какую-то сферу своей жизни, и возможно, у тебя выходит хорошо или не очень. ויכול להיות שבאמת אתה פשוט נכשל. А возможно, ты просто терпишь неудачу. ואולי זה הזמן להעביר את זה על אלוהים. И возможно, это правильное время, чтобы отдать этот контроль Богу. אולי זה הזמן באמת השבוע לבוא לפניו בתפילה ולהגיד, אלוהים, אני שלטתי על זה היום, אבל אני רוצה שאתה תיכנס ותעזור לי, כי אני לא יכול. אני רוצה לסמוך בך. Возможно, это время, когда ты можешь сказать сегодня, да, Господь, я контролировал эту сферу моей жизни, но я хочу отдать этот контроль тебе. И тогда ты увидишь другие результаты. Проблема в том, что это не просто так сделать. Потому что будет постоянная неуверенность. Неопределенность. אתה צריך לדעת, אם אתה עם אלוהים, זה לא משנה, הוא יודע מה נכון. Но если ты с Богом, не важно, что есть неопределенность, потому что Бог точно знает, что правильно. אז באמת יש הרבה פסוקים בתנ"ך שאנחנו פוגשים דברים שהם מאוד מנוגדים לעולם הזה, איך שהעולם הזה מקבל אותם. Есть много вещей в Писаниях, которые... יש פסוקים מסוימים, כן, ש... יש מחשבות או פסוקים בתנ"ך שמדברים על זה שהמחשבות של אלוהים הן מנוגדות למחשבות של העולם. Есть такие места писания, в которых написано, что наши мысли противятся Божьим мыслям. כלומר, הוא רואה דברים אחרת ממה שהעולם הזה רואה אותם. То есть Бог видит вещи по-другому, не так, как видит их мир. אחד ממה שאמרנו, שאם אני רוצה להיות מרומם, אני צריך להשפיל את עצמך. То есть одно из мест Писаний, где написано, что если я хочу быть вознесенным, то мне нужно смирить себя. שאול היה מדבר, כשאני חלש, אז אני מרגיש כוח של אלוהים.
И Шауль говорит, что когда я слаб, я чувствую Божью силу. Для того, чтобы чувствовать Божью силу, нужно, чтобы я был слаб. Иешуа сказал, тот, кто душу свою потеряет ради меня, он обретет ее. Аз еш амон амон дварим менугадим, эх ше Элоим ро это дварим, это драхим шело, вэх ше арбе памим аулам азе олег бэм. Есть вещи, которые противоположны тому, как смотрит на эти вещи Бог и этот мир. Аз им ани месакем по аля браха. И если я подвожу итог благословению, аз באמת, כשאנחנו הולכים עם אלוהים ביחד וענבים לפניו, אז הוא יפתח לנו את הדלתות והוא ידריך אותנו והוא יעזור לנו לקבל את הברכה הזאת. То я могу сказать, что когда мы отдаем свой путь Божьи руки и мы просим Его вести нас, то Он благословит нас и откроет нам свой путь. יש היום המון לימוד, היה גם בזמן האחרון, גם ברוסיה, גם במקומות אחרים, בארצות הברית, על ההצלחה פיננסית. И в последнее время, особенно в России, в Соединенных Штатах, было очень много учения о финансовом преуспевании. שאלוהים הוא כאילו כמו банк, что нотен леха кесеф, аль зе ша там махнис картиз бифним. Что Бог как каспомат, когда ты карточку вставляешь, тебе наличные получаешь. Это ба мы битрумот, сам там мы шекели варех отха бе элев. Что когда ты приходишь и жертвуешь 100 шекелей, то на следующий день ты обязательно получишь 1000. ויש אנשים שגחה באמת חושבים, גם עד היום, אנשים מאמינים, כמה שיותר אני אתן מעשר, או שאם אני אתמיד במעשר, אז אני אקבל המון המון כסף איכשהו בחזרה. И есть верующие, которые действительно так думают до сегодняшнего дня, что чем больше я буду жертвовать, или если я буду постоянен в своей десятине, то я буду много получать взамен. Есть бы за машу. Есть в этом что-то. Они ищут хошев, кшанахну нотним маасер, анахну неманим лэлоим. Я лично считаю, что когда мы отдаем Богу десятину, мы в этом показываем свою верность Богу. ואם אנחנו נאמנים על אלוהים, אז הוא שומר, שומר על מצב כספי שלנו. И если мы являем свою верность Богу, то Он хранит и наше финансовое состояние тоже. הוא סוגר את כל מיני חורים, שהשטן יכול לבוא ולגנוב מאיתנו. Он закрывает любые дырки, куда может проникнуть дьявол и украсть у нас. גם אם משהו מתקלקל, הוא מתחיל לחסות את זה בדרך אחרת. Даже если что-то портится, то он восполняет это другим образом. אני לא יודע, זה מה שאני מרגיש בחיים שלי, בניסיון שלי. По крайней мере, это то, что я чувствую в своей жизни и на своем опыте. אבל זה לא משהו שאני אומר, אני אתן לך היום שקל, או 2,000 שקל, ואני אקבל הרבה יותר. זה לא עובד ככה. Но я не считаю, что это правильно с Богом в такие сделки делать. Я тебе сегодня даю шекель или 2000 шекелей, а завтра я ожидаю получить 20. אבל הבעיה היא אחרת, שאנחנו, שחלק מהאנשים אפילו מאמינים, אנחנו מתחילים לרוץ אחרי הכסף. Но проблема состоит в том, что многие верующие, многие люди и даже верующие просто начинают гоняться за деньгами. ואני רוצה לקרוא מה הברית החדשה אומרת על זה. Я хочу прочитать, что Новый Завет говорит об этом. זה ספר אל תימותאוס. Тимофея. ראשונה אל תימותאוס פרק 6. Первая Тимофея, 6 глава. Ми пасук 6 ад 11. С 6 по 11. Тоца лекана ми потихона лекро. Спонекра. Давайте прочитаем. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». אז מה שכתובים מזהירים אותנו, אומרים שאם אני רץ אחרי הכסף,
Им они огевы нет багбакесов, ешь бы забая. То, что Писание говорят нам, что если я гоняю за деньгами, я люблю деньги и просто ставлю их целью своей жизни, то в этом есть проблема. Вебы посук теша катув, шата нехнасли теавот, вата олех пашут леавадон. И в 9 стихе написано, что ты просто увлекаешься этой похотью и идешь в погибель. וכול זה זה בגלל הכסף. הוא מרחיק אותך, מתחיל להרחיק אותך מאלוהים. И все это из-за денег, которые начинают отдалять тебя от Бога. כתוב שבגלל זה יש אנשים שהם מתרחקים מאמונה. Написано, что есть такие, которые отпали от веры. ואז הם אחרי זה מרגישים ממש כאב בחיים שלהם. И потом они терпят беды в своей жизни. אבל למאמין הוא אומר, אתה אל תעשה את זה, אל תלך בדרך הזאת. Но верующим он говорит, ты так не поступай, не иди этим путем. אני בטוח, אנחנו בתור אנשים פשוטים, אנחנו כן רוצים שיהיה לנו יותר. И я уверен, что мы, будучи простыми людьми, хотим, чтобы у нас было больше. אנחנו רוצים יותר לחיות, כאילו, לחיות יותר בנוחות. Мы хотим жить более комфортной жизнью. Покупать себе более красивые вещи. Позволять себе определенные вещи, выезжать в отпуск. Потому что мы чувствуем, что нас это удовлетворяет и дает нам какую-то радость. Но посмотрите, что здесь написано в 6 стихе. Написано, что великое приобретение — это когда ты остаешься благочестивым и довольным. אנחנו לא הבאנו שום דבר לעולם הזה, ולא שום דבר לא נוציא מפה. Мы ничего не принесли в этот мир и ничего с собой не заберем. אבל אלוהים רוצה ללמד אותנו שאנחנו נהיה מסופקים ושיהיה לנו שמחה פנימית. Но Бог хочет, чтобы мы были довольными и имели внутреннюю радость. אחד מהדברים, אחד מהשקרים שהעולם הזה מביא, זה שאנחנו בתור אנשים מאמינים נהיה תמיד לא מוצלחים, счастливые, короче, мы будем. Одно из лживых учений, которым подвергаются верующие, что мы всегда будем счастливы и довольны. אבל יש הבדל בין האושר, יושר הזה, לבין שמחה פנימית. Но есть разница между постоянно довольными и внутренней радостью. כי יש דברים שהם קשורים רק למה שמגיע מבחוץ. אם הכל טוב לי, אם הכל הסתדר לי, אם יש לי כסף לעשות משהו, לצאת לחופשה, הנה אני מבסוט, אני מאושר. Если, потому что все, что связано с удовольствием, это то, что приходит извне. Если у меня есть деньги, чтобы я купил все, что только моя душа пожелает, вот тогда я счастлив. Если все у меня сегодня получается, я счастлив. אבל אם מחר משהו קרה, משהו נורא, איזשהו מקרה, אז הנה, האושר נעלם כבר. Если завтра со мной произошла какая-то беда, несчастье, то все, счастье ушло. אבל אנחנו קוראים בברית החדשה שהוא לא מדבר על אושר, הוא אומר, תשמחו תמיד. Но в Новом Завете мы не читаем про внешнее счастье, он говорит, всегда радуйтесь. תשמחו תמיד, לא משנה מה קורה מבחוץ. Всегда радуйтесь, неважно, что происходит вокруг. שאול היה מספר לקהילות, אומר, אני הייתי כשהרביצו לי, כשרדפו אחריי, כשהייתי כמעט מת, ותמיד שמחתי. Шауль, когда пишет это послание общинам, он говорит, что меня преследовали, избивали, и сажали в темницу, но я всегда радовался. הייתה לו איזושהי שמחה אחרת שלא קשורה לדברים ש... У него была какая-то другая радость, которая не связана с тем, что происходит вокруг. И эта радость приходила от Бога. Эта радость приходила из того обетования, которое было о том, что ты получишь в будущем. И это то, что Бог хочет, чтобы мы не скоро И это Бог
хочет, чтобы мы помнили и то, что у нас будет. Тамид тисмеху ветию месупаким. Всегда радуйтесь и будьте довольными. Аз лильмод лейот месупаким. Поэтому научиться быть довольными. Анахну корим, ше брита хадаша мазира отан, омерет, аль таасфу эта оцарот. Мы читаем, и Новый Завет предупреждает нас: не собирайте сокровища здесь, на земле, собирайте свое сокровище на небе. Если мы гонимся за серебром и золотом, то мы можем отдалиться от Бога. Это просто опасность. Поэтому имейте это в виду и вместо этого научитесь быть благочестивыми и довольными. Это беседер להשתמש בכוח שלך ולאפשר לעצמך יותר אם יש לך אפשרות. Это беседер. И это нормально, использовать свое влияние или позволять себе что-то, что ты можешь себе позволить. Это нормально. Но чтобы деньги не были на первом месте. Потому что написано, что никто не может служить двум господам, Богу и Мамоне. Поэтому нужно выбрать что-то одно. Окей, עוד דבר אחד שאני רוצה גם לגעת בו, וזה נושא ממש כואב אצל המון אנשים. זה משהו שקשור לריפוי. Еще я хочу прикоснуться к одной теме, и это что-то, что... Эта тема является болезненной для многих людей, это связано с исцелением. כשדיברתי בהתחלה, שאנחנו לפעמים חושבים, אם אני אאמין, אז יש ברכה מאלוהים ואני אתרפא. Потому что вначале я сказал, что многие считают, что если я верующий, то Божье благословение всегда со мной, я всегда буду получать исцеление. И откуда мы берем это? Мы вососим הרבה פעמים это מחשבה הזאת על ישעיהו נון גימל. Мы часто обращаемся к месту Писания из Исаии 53 главы. שכולם מכירים, ואני כן רוצה לקרוא פה קצת. Все знают это место Писания, и я хочу немножко прочитать. אז כתוב שם ש... פתחת? 53. זה לא בעברי. נו, תקראי את זה. מפרק 4 ו-5. 53 глава, 4-5 стихи. Но он, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и не уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Написано, что ранами его мы исцелились. Он забрал нас на крест все наши болезни и все наши раны. О чем здесь действительно говорится? Кодем коль, כשאנחנו מסתכלים בכללי על הקונטקסט, אז יש פה רעיון שמדובר על הפשע, על האבון, когда мы говорим, когда мы смотрим на это место Писания в контексте, здесь говорится про вину, преступление и про прощение. Кромар, неслах лану бехавуруто аля хет. Нам простились грехи из-за его ран. Кромар, коль ма шо оса, нахну кибальну слеха авура хатаим. То есть все, что он пережил, он заплатил цену за наши грехи. Зе кен нахон, че нахну макирим, ше ахет эги, ше махалот эгиу леулам азе беглаль хет. И это да, правильно, что болезни пришли в этот мир из-за грехов. Зе ма ше нахну роим бетхила, кен, им Адам ве Хава. Это то, что мы видим в самом начале, еще с истории Адама и Евы. Ванахну мы виним, ше Иешуа эги, где лишанот. И мы понимаем, что Иешуа пришел, чтобы изменить это. אבל מה שאנחנו מכירים שעד שאנחנו חיים בעולם הזה, כוח של אלוהים הוא פועל, אבל הוא לא פועל בשיא הכוח. И мы знаем, что пока мы живем в этом мире, Божья сила действует, но она не действует во всей полноте.
אנחנו יודעים שישוע צריך לחזור, ואז יהיה ממש שינוי טוטלי. Мы знаем, что только когда Иешуа вернется во второй раз, будет полное изменение. כי אנחנו רואים שעדיין אנשים מתים, אנשים עדיין חולים. Мы видим, что люди все еще болеют, и люди умирают. שאנשים עדיין חוטים. И что люди все еще грешат. כלומר, מה שישוע עשה, גם למאמינים, וגם שאנחנו מאמינים ועושים דברים, בכוח שלו, זה עובד, אבל לא בסי. То, что Иешуа сделал, и для верующих, оно да, действует, но не в полноте. ואני חושב, כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, אנחנו צריכים להבין שכל זה, שהחולי והמחלות והכאבים, הם באמת ייעלמו, אבל זה לא יקרה עכשיו. זה יהיה בסוף, כשהוא יבוא, וישלוט פה. Я думаю, что когда мы читаем про то, что полностью уйдут болезни, проблемы и смерть, это не произойдет сейчас, а только тогда, когда он вернется сюда физически. וזה מאוד חשוב להבין את זה. И это очень важно понять это. שאנחנו לא נשקר לעצמנו, שמהיום, בגלל שאני מאמין לאלוהים, אז הנה, אני מתרפא מהכל, ואני עכשיו חי. И очень важно не обманывать себя и говорить, что из-за того, что я верю в Бога, вот сейчас я просто автоматически получаю полное исцеление всех болезней и решение всех проблем. Но есть еще один момент. Мы видим, что когда Иешуа пришел первый раз на эту землю, то он ходил по этой земле и исцелял людей. И он посылал своих учеников и давал им силу исцелять других людей. То есть есть такая идея и Божья воля на то, чтобы мы получали исцеление. И поэтому он дает, и один из его даров — это дар исцеления, чтобы люди могли молиться и получать, и другие могли получать исцеление. אנחנו גם רואים כשישוע ריפא אנשים, לפעמים הוא היה אומר כמה דברים, מאיפה הגיעה המחלה הזאת. И мы видим также, что когда Иешуа исцелял людей, иногда он говорил, откуда пришел источник этой болезни. המחלה יכלה להיות...